Всем привет! Сегодня получили решение суда по взысканию по коммунальным платежам и упущенные выгоды за проживание в купленной ранее нами квартиры. Вот, что хочу сказать. Решение суда получилось на хорошую сумму. Спасибо за это Сергею, нашему юристу. Все было сделано грамотно. Поэтому в наших квартирах бесплатно никто проживать не будет. Обращайтесь, и в ваших тоже.